Зрители в восторге задержали дыхание. Под самым куполом обладательница серебряной короны принцессы российского цирка Татьяна Махортова. В программе шоу «Баронеты» артистка выступает в двух сольных номерах. И каждый из них восхищает грацией и изяществом исполнения. Мгновение, из темноты к зрителю выходит настоящий цыганский табор с лошадьми и даже медведями. Между дрессировщиками и их подопечными настоящая дружба, которая, правда, дается тяжелым трудом. Для Алексея и Екатерины это выступление особенное. У медвежат самый настоящий дебют. Сегодня наши медвежата вышли впервые на манеж. Они очень долго, полтора года мы с ними репетировали, и практически все нам удалось. Конечно, немножечко подрастерялись, но потом они собрались и, в принципе, показали все, чему мы с ними научились. И, в принципе, я думаю, получилось весело. Продолжение цыганской темы – страстный танец. Причем мужчина танцует верхом. Создается впечатление, что наездник и конь сливаются воедино. Каждое движение они исполняют как единое целое. Кульминация шоу. На манеже хищники. Однако дрессировщики, кажется, обращаются с ними как с домашними кошками. Дразнят, ругают и даже обнимают. Только вот кошки вряд ли добровольно поднимутся под самый купол цирка. А пантеры делают это, не сомневаясь. Премьера циркового шоу «Баронеты» собрала полный зал. Билеты были раскуплены уже за несколько дней до представления. Среди гостей как целые семьи, так и компании друзей. Зрители признаются, что ждали гастроли шоу Гии Радзе еще с лета. Замечательно, очень нравится, феерически, красивый. Эмоции переполняют нас. И поистине королевский цирк. Спасибо большое создателям, и что они приехали к нам в Саратов, подарили нам эту сказку. Что чувствовал ты, несмотря на эту гимнастику, которая была там наверху? Почему я так не могу? Восторг какой-то. Ну там, тем более, они все без страховок, все номера не выполняют без страховок. И от этого как бы дух еще сильнее захватывает. То, что люди на такое способны. На сегодняшний день шоу «Баронеты» – одно из самых масштабных среди цирковых представлений. В нем участвует более 120 артистов и 200 животных. Дорогие жители города Саратов. И не только Саратова, но и Маркса, Энгельса, всех городов Саратовской области. Наше шоу «Баронеты» будет радовать вас 28 января по 26 февраля. Спешите, звоните. А самое главное, приходите к нам в Саратовский цирк на шоу Гии Радзе. «Баронеты».